Мы в эфире. Андрей Колесников вроде бы тоже с нами в эфире. Надеюсь, у нас были небольшие технические проблемы, но мне кажется, мы с ними справились. Андрей Колесников, эксперт фонда Карнеги, присоединяется к нам. Андрей, доброе утро. Доброе утро. А, доброе утро, все. Слава богу, все получилось. Мы хотели начать с вами с новости про бывших бойцов СВО, бывших контрактников, которые массово провалились на предварительных выборах в региональные выборы. Как их надо называть? Новая элита, их так величает Владимир Путин. Но вот новая элита должна стать политической, а мы этого движения не видим. Как вы думаете, почему? Элитой они не стали, да? Ну, то, что сказал президент в послании о том, что для них создаются некие карьерные лифты, это, с одной стороны, безусловно, правда, он бы этого хотел. Хотел бы он этого в том числе потому, что ему нужна вполне себе некая лояльная группа людей, которая продолжала бы считать его первым лицом государства, естественно, и источником всех благ, и в том числе карьерного продвижения. Вот эти самые материальные стимулы в виде выплат, они существуют и, очевидно, пока будут существовать, потому что на это уходит существенная часть денег налогоплательщиков. И нет ничего важнее для Путина, чем такого рода людей поддерживать и использовать их. Но, собственно, карьера – это такая штука, что даже если человек получает некую удочку для того, чтобы ловить рыбу, то есть двигаться, продвигаться по карьерной лестнице, и ему все-таки приоткрывают некие двери, это довольно сложный процесс. Нужно все-таки иметь не только локти, но и что-то в голове. И сейчас, на самом деле, да, довольно высокая конкуренция при высокой степени занятости, в том числе в управленческих всяких структурах. И так просто вот прийти и занять чье-то место только потому, что можно разорвать на груди тельняшку и сказать: «Я там был, поэтому дайте мне кабинет, дайте мне поруководить или выберите меня». Этого недостаточно. Все гораздо сложнее. И с точки зрения, собственно, назначаемых элит, и с точки зрения избираемых элит. Ну, элит, естественно, мы имеем в виду, так сказать, мы говорим в политологическом смысле, а не в смысле, что это крем де ля крем нации. Для этого нужно поработать. Под это, конечно, люди, побывавшие, так сказать, в окопах, не подписывались, но это реальность. В мирной жизни тоже все жестко. И здесь просто так занять чье-то место не очень получается. И просто так не пробиться в той среде, которая является очень высококонкурентной. Как бы мы там ни иронизировали по поводу нашей бюрократии и всего прочего, здесь есть довольно, как бы, так сказать, жесткие люди, квалифицированные люди, люди готовы бороться за свои места на разных уровнях. Так что эта схема формирования новой элиты, она немножко все-таки будет, наверное, пробуксовывать. Полагаю, что оно и к лучшему. Андрей Владимирович, не знаю, помните ли вы, на днях была заметка Рейтера, где один из их как раз кремлевских источников, собеседников, рассказал о том, что в Кремле осознают, это вот я цитирую, что как раз ветераны СВО – это большая проблема, и что, возможно, даже из-за этого Путин хочет остановить войну. Если в Кремле это осознают, и если Путин осознает, что вот эти вот люди, которые вернулись после службы в Украине обратно в Россию, то их же надо чем-то занимать, и, может быть, как раз вот допуск их хотя бы частичный во власть, это бы было каким-то способом решить эту проблему. Ну, собственно, об этом они и задумываются. Я не думаю, что Путин осознает, что это есть проблема. Он эту проблему создал, он эту проблему холит или лелеет. Он, так сказать, судя во всяком случае, по заявлениям Пескова, не осознает проблему возвращения, в том числе бывших зэков из окопов, которые начинают совершать преступления и становятся рецидивистами. По сути дела, Песков уже открыто сказал какое-то время там назад, что в Кремле эта, как бы, проблема не фиксируется, потому что МВД ее не фиксирует.
Ну, почему-то ее фиксируют, в том числе полицейская статистика, да, наверное, все-таки МВД это видит. Был все-таки слишком уклончив в этом смысле пресс-секретарь президента. Проблем существует. Криминализация среды из-за того, что эти люди возвращаются из окопов. Но Путину на это, извините, так сказать, ему все равно. Для него у него совершенно другие задачи. Любой ценой, любыми человеческими ресурсами победить в этой спецоперации. Хотя мы до сих пор не понимаем, что означает победа в ней. Параметры так не обозначены. А так, конечно, нужно занять их руки чем-то таким мирным, чтобы руки не тянулись к топору, или к автомату, или к чему-то там еще. Это серьезнейшая проблема, которая добавляется к вообще к проблеме как бы, трудовых ресурсов, которые выбывают, которые стареют. И, собственно, с этим придется через какое-то время очень серьезно столкнуться. Причем, суть того, что Путин собирается править дальше, столкнется в том числе он, а не будущее поколение руководителей. И это создаст ему уже проблемы. Возвращение неквалифицированных, ожесточенных, с травматическим синдромом людей, склонных к завышенным представлениям о своих способностях и своих возможностях, прежде всего. Да? Я вот такой пришел. Все меня должны бояться. Я вообще главный человек в стране. Мне об этом сказали с самой высокой трибуны. Извольте мне помогать. Это серьезная штука. Это происходит в массовом порядке. И будет происходить еще. Так что нас еще ждут самые разнообразные приключения в этой сфере. Я бы еще отметил, что эти люди, во-первых, они умеют хорошо организовываться. Их война этому именно и учит, она их сильно сплачивает. Но помимо этого, эти люди умеют обращаться с оружием, воевать, они умеют драться, они умеют силовым методом решать вопрос. Именно поэтому государство их взяло и на войну отправило. А если им повезло, то они как бы еще и вернулись. При этом они являются и участниками некого своего личного боевого братства. И мне кажется, здесь очень показательна история, о которой много говорили в последние дни, произошла она на выходных в Челябинске, где после конфликта ну вот, с одной стороны приехали бойцы ЧВК Вагнера, то есть те люди, которые сражались под знаменами Евгения Пригожина, а с другой некие другие молодые люди, которые тоже хотели решать этот вопрос. Ну, получается, что окончание войны, наверное, лишь приблизит Россию к вот тем лихим 90-м, которыми так любит пугать Путин. Получается, что да. Просто в лихие 90-е все-таки это имело немножко другую природу. Но, безусловно, это проблема вообще всех стран, которые вели ту или иную крупную военную кампанию. Ветераны Вьетнама, в Америке это тоже была проблема. Афганцы у нас в Советском Союзе, а затем в России, это тоже и проблема. И это проблема в том числе некого, действительно, как вы заметили, некого братства, сообщества особого, которое требовало себе особой привилегии, имело какое-то такое вот клановое сознание. Вот все и в то же время травматическое сознание, все это вернется, да. А криминализация, бандитизация, собственно, этих людей, которые приходят психологически готовыми к тому, чтобы вот как бы устанавливать свои порядки, потому что они чувствуют себя вправе, да, или они привыкли к жестокости и к насилию, как к способу решения проблем. Вы совершенно правы, вот этот вот челябинский кейс, он. В нем, как в капле воды, отразилось все то, что нас ожидает. Не надо никого пугать, но проблема существует, она будет вот таким вот образом в том числе выражаться. Это только один из способов их самовыражения, когда они будут друг другу доказывать, кто из них круче, кто из них больше прав имеет. А на что эти люди будут жить? Я не знаю, помню, наверное, в детстве, в юности как раз ветеранов афганской войны, которые ну,
попрошайничали, не знаю, пели песни под гитару и просили денег там на вокзалах и станциях электричек. На что-то они, конечно, будут жить, и эти люди, часть из них, естественно, вернутся в какие-то старые нормальные социальные связи, может быть, превратятся в мирных людей, но это довольно трудно. И существенная часть из них будет зарабатывать деньги, собственно, криминальными способами. А к этому нужно быть готовым нашим правоохранительным органам. При том, что наши правоохранительные органы, в частности полиция, как об этом заявлял сам глава МВД Колокольцев, испытывают невероятный дефицит кадров, исчисляемый десятками тысяч человек. И, кстати говоря, у этих людей, возвращающихся, в том числе будет большой соблазн получить хорошие деньги, карьерные траектории, значит, социальное обеспечение, в том числе в силовых структурах. А вот там они могут оставаться и наниматься, и возвращаться, и если у нас еще будет как бы некая криминализация вот этих структур, нам и так-то мало уже не кажется. И в наши дни, но будет, да, очевидно, так сказать, некоторая криминализация за счет того, что эти люди будут пытаться зарабатывать, занимая в том числе эти рабочие места в сфере чистого бандитизма или, прошу прощения, бандитизма государственного. Хотел поговорить с вами про визит Путина в Узбекистан. Почему? Я просто ожидал, что после инаугурации, после назначения правительства, Путин может заняться собой. Мы тоже видели, наши коллеги, журналисты, расследователи анализировали, смотрели на те видео, которые публикуют, за активностью Путина наблюдали. И он из года в год уже не так хочет с народом общаться. Не хочет он вот этим заниматься. Редко появляется на публике. А тут поехал, турне. И в Китае был. Теперь Узбекистан. С Лукашенко встречается. Зачем? Почему? Он находится сейчас на пике, безусловно, активности, потому что он ведет специальную военную операцию. Он перестраивает мир. У него сейчас как раз звездный час. Он меняет не страну. Страну тоже, конечно, меняет и самым чудовищным образом, но он старается изменить мир. Это серьезная задача, требующая как бы полного погружения. Невозможно просто так плавать в бассейне еще дольше, чем он это делает. Как мы помним, он сказал, потому что этим занимается 2,5 часа в день, чем он потряс воображение, так сказать, слушателей. Он строит империю. Большую. Империя в его представлении всегда включала как бы центральноазиатские, в том числе республики бывшего Советского Союза. Он всегда полагал, что он является центром Вселенной в этом смысле, и что они, в принципе, конечно, суверенные и независимые, но в некотором смысле не полностью суверенные, не полностью независимые, потому что он главный на пространстве СНГ. Вот Узбекистан очень важная, в том числе наряду с прочими республиками бывшего Советского Союза, очень важная как бы составляющая этой самой воображаемой путинской империи. Но за эту составляющую нужно конкурировать. Тот же самый Мерзиёев, безусловно, очень рад встрече с Путиным, контактам с ним, договоренностям о строительстве атомных станций малой мощности. Все это замечательно. В Казахстане тоже наши там что-то такое строят похожее. Но Узбекистан, как и любая республика Центральной Азии, ведет мультивекторную политику. Центральная Азия очень интересует Соединенные Штаты, Центральная Азия очень интересуется Европа. Мерзиёев, так же, как он обнимается с Путиным, он обнимался и с Макроном. Мы это как бы видели своими глазами. В Узбекистан идут деньги. Сейчас как бы Россия отказалась от иностранных инвестиций. Ну, естественно, вот, допустим, финский бизнес, который здесь был представлен, он ушел весь из России. Куда он вкладывается? Естественно, он вкладывается в страны бывшего Советского Союза, и в частности, в Центральную Азию. Туда идут деньги суверенных фондов, так называемые, там, Всемирный банк туда вкладывается и так далее. Ну и Путину нужно столбить поляну, нужно конкурировать очень серьезным образом с другими донорами Узбекистана. Узбекистан возьмет у всех,
как и Африка возьмет у всех, пожалуйста, приносите деньги, мы будем очень дружелюбны по отношению к вам, но это не означает, что вы здесь одни. Так что Путину нужно очень постараться, чтобы сохранить хоть какие-то элементы вот этого имперского присутствия в странах бывшего Советского Союза. Ему в этом смысле непросто. Не нужно думать, что у него все хорошо. Ну, а на этом фоне, пока Путин путешествует по Азии с двумя другими соседними с Россией странами, достаточно накалена обстановка. Видите ли вы связь между теми протестами, которые сейчас проходят в Грузии и в Армении? Кажется, что и там тоже общество высказывает серьезные претензии к действующей власти. Я думаю, что, безусловно, путинское присутствие мы можем найти везде. И, собственно, провал миротворческой миссии Путина в Армении – это, ну, отчасти это рукотворная вещь, просто ничего не делали, чтобы мир был установлен, и чтобы Армения чувствовала себя в безопасности, так называемый стратегический партнер. И это, безусловно, вызывает фрустрацию и, безусловно, антироссийские настроения. Остальное уже вытекает из всего этого. Потеря Карабаха, потеря новых территорий, точнее, не новых территорий, а очередных территорий в связи с этим непрекращающимся конфликтом с Азербайджаном и с попытками Пашиняна избежать очередного цикла войны, отдав территории, это, безусловно, вызывает протесты, естественно, как иначе. Страна теряет большие куски территории, которую она, собственно, считала своей. В Грузии немножко иная ситуация, весьма как бы пикантная. Грузия не хочет конфликта с Россией, конфликта военного, в том числе с российской стороной. Это, вероятно, один из главных страхов тех, кто сейчас находится у власти. Но, настаивая на своем страхе методом продвижения закона об иностранных агентах, совершенно бессмысленного, эта власть восстанавливает против себя уже как бы европеизированную часть населения, тем самым чем-то двигаясь по украинскому пути. Майдан же тоже был как бы протестом европеизированной части населения против, собственно, зависимости от России. Здесь происходит ровно то же самое. Но здесь еще одна проблема. Тем самым грузинское руководство нынешнее лишает себя более долгосрочного и более важного якоря, как показывает пример Армении. Это вхождение в европейские структуры. Будут санкции, возможно, будет приостановка движения Грузии в ЕС. В обмен на что? На некий неопределенный статус, на использование этого закона, на то, что с Россией не будет как бы война и начнутся улучшаться отношения. Не будут улучшаться отношения. Не получит эта власть грузинская никакого улучшения отношений с Россией. С Россией возможно только как бы отношения зависимости, а не равноправного партнерства. Так что грузинское руководство просто сейчас, безусловно, пилит тот сук, на котором способно было бы сидеть. Ну, а в плане Армении, которую ты тоже, Вов, упомянул, мне кажется, эта созависимость, она еще сильнее выражена, чем с Грузией, естественно. Я хотела перейти, наверное, к следующей теме. Мы не перестаем обсуждать мирный саммит, который пройдет в Швейцарии, постоянно появляются какие-то новости. Вчера МИД Китая отреагировал на призывы Зеленского к Си и к Байдену параллельно снова приехать на саммит в Швейцарии. МИД Китая неоднозначно отреагировал, сказал, что они выступают за мирную конференцию, признаваемую и Москвой, и Киевом. Мы помним визит Путина в Китай совсем недавний. Насколько правда вообще роль и Си Цзиньпиня, и Пекина может быть как бы весомой в этом саммите предстоящем? Если бы председатель Си захотел, он бы, безусловно, мог повлиять на Путина до такой степени, что, собственно, эта война могла бы в своей горячей фазе закончиться. В холодной фазе она не закончится
очень долго еще, пока, собственно, жив этот режим, я имею в виду российский, но хотя бы в горячей фазе ее можно было бы закончить. Трамп, кстати, тоже говорит, я за 24 часа могу войну свернуть. Ну, не думаю, что у него получится. Он много чего говорил, и, допустим, то самое ухудшение отношений с США, которое, значит, произошло радикальным образом, оно произошло при Трампе, а не при Байдене. При Байдене просто уже все это обрушилось окончательно. Но здесь Байден совершенно ни при чем. А при Трампе ухудшились отношения, при том, что, так сказать, он всячески посылал различные эмоциональные пассы Путину и Хельсинской встречи 2015 года и так далее. Все это было провалено, естественно. Так что никакая проблема это не решится. А вот Си это более серьезная фигура, но Китаю удобнее быть в позиции как бы такого третьего смеющегося, лавирующего между строй без особых проблем, поддерживающего отношения, но напряженные отношения с США, изображающего большую любовь к Путину именно из политических соображений, а экономически отчасти ему помогая, отчасти нет, с учетом вторичных санкций Запада. И вот это лавирование Китая, оно будет продолжаться. Китайский мирный план состоит из нескольких пунктов, которые на самом деле сводятся к пункту одному. Мы за все хорошее против всего плохого нужно жить мирно и соблюдать территориальную целостность. А что уж там, какая страна понимает под территориальной целостностью, это как бы не наши проблемы. Не надо нас как бы в это вовлекать. Естественно, в чисто западную историю, в швейцарский саммит, Китай не собирается быть вовлеченным. Но, собственно, там есть как бы у самого Зеленского высокая степень трезвого отношения к этому саммиту, где вырабатывается некая позиция с дальнейшим предложением, в идеале, продолжением переговоров уже с участием России и желательно с участием Китая по каким-то формулам. Да. Вот это не сильно, конечно, сдвигает движение к миру. Но опять же, здесь у Запада есть объективные ограничители. А то, что сделал Путин, это уникальная ситуация в истории, и тем более в истории 21 века. И как быть с человеком, который ни с кем не готов договариваться, в отличие, кстати говоря, от позднего Советского Союза, совершенно непонятно. Отсюда противоречивые позиции Запада, то давайте использовать оружие, значит, западное, направлять его, значит, и можно ударять по России, то мы посылаем войска западные, то мы не посылаем, то мы действуем так, то сяк. Это выглядит, конечно, совершенно беспомощно и ужасно, но объективно проблема как бы очень серьезная. Непонятно, что делать с этой войной на истощение. Как ее заканчивать? Опять начинается разговор о том, что закончить ее можно только победой. Какая победа? В чем она будет выражаться? В оккупации Москвы или, наоборот, в оккупации Киева? С другой стороны, совершенно непонятно. Идет война на истощение. Она будет продолжаться, пока кто-то волевым усилием не договорится о том, что вот мы на этой стадии, вот здесь вот остановились, мы ее остановим. Это вызывает всегда дикое раздражение и возмущение, но на самом деле это будет так и продолжаться. Вот примерно то же самое, что мы имеем сейчас. С риском действительно эскалации и попадания на грань ядерной катастрофы. Альтернатива – это, наверное, в общем, какая-то промежуточная договоренность с заморозкой конфликта по корейскому варианту. Это все очень, очень ужасно звучит, но будут дальше гибнуть молодые люди с обеих сторон. Это очень проблематично для будущей демографии этих государств, сейчас враждующих друг с другом. Так что мы сейчас находимся в ситуации абсолютного тупика, и я сильно удивлюсь, если швейцарская встреча выработает какую-то реалистичную формулу, которая будет признана более-менее всеми, и по поводу которой можно будет разговаривать, да еще и Путин снизойдет к тому, чтобы, так сказать, начать какой-то переговорный процесс. С ним как бы сложновато в этом смысле, к сожалению.
Андрей Владимирович, а почему Путин, по-вашему, допускаете ли вы, что Путин может выиграть эту войну на истощение на поле боя? А, опять же, американская пресса уже сообщает со ссылками на своих аналитиков, что Москва производит в 3 раза больше снарядов, чем коллективный Запад, Европа и Соединенные Штаты. 4,5 миллиона 152-миллиметровых против 1,5 миллионов 155-миллиметровых. Это тот калибр, который, я так понимаю, страны НАТО используют. Но вот если сравнивать так, сегодняшние сообщения, что в Елабуге строят завод, но мы понимаем, что он уже и до этого работал, но теперь он должен производить какое-то немеренное количество дронов, шахедов, Герань-2, как их локализовали в российской армии. Кажется, что призывая на службу Белоусова и ставя его в главе Министерства обороны, и об этом тоже многие говорили, Путин готовится к длинной войне, а тем не менее те колодцы, из которых ресурсы черпала Украина, мне кажется, они мельчают. И Брюссель, и Вашингтон уже не так охотно готов переводить десятки миллиардов на помощь Украине. Все это так, в то же самое время не так. Брюссель то не может, наоборот, может. Мы только что говорили об этих метаниях и о понимании того, что остановить помощь Украине, это значит остановить помощь самим себе для Запада. Да, здесь экономика перестраивается на военные рельсы. Да, здесь гигантские военные расходы. Путин откровенно и, так сказать, даже с какой-то гордостью говорил, что у нас уже расходы как, почти как у Советского Союза. А я-то думаю, что на самом деле, несмотря на то, что в долях ВВП это несколько меньше, чем у Советского Союза, это очень близко к нему, потому что больше 20% расходов бюджета секретны. Ни для кого не секрет, куда уходят секретные расходы. Они уходят в ту же самую топку, естественно. То есть деньги налогоплательщиков тратятся не на жизнь, а на смерть. Есть еще и народный ВПК, так называемый, которому апеллировал Путин тоже. Там, так сказать, народ начинает своими усилиями собирать какие-то там дроны и так далее и тому подобное. Это на самом деле это антропологическая катастрофа страны абсолютно, которая возвращается в какое-то, ну, даже не в советское состояние, это гораздо хуже после все-таки там 30 лет какой-то сносной мирной жизни, вдруг мы возвращаемся в военное состояние. Это, естественно, инфляция, это, естественно, нездоровая совершенно структура экономики, занятость, зарплаты, это все в основном индустриальный комплекс и ВПК. И эти ресурсы не бесконечны. Это означает безусловную эрозию экономики. Сейчас многие экономисты говорят, ах, вот не оправдались прогнозы падения экономики, вообще все у Путина нормально. Да ненормально. Просто это не происходит одномоментно. То, что происходит с экономикой, действительно эрозия, которая занимает некоторое время. И ощущение нормальности, оно тоже вводит в некоторые заблуждения. Поэтому ресурсы у Путина тоже истощаются, не говоря уже о человеческих ресурсах. Давайте объявим всеобщую мобилизацию, тогда победим. Но это означает огромное количество, так сказать, физических смертей нации. У нас какая цель, заявлена Путиным Владимиром Владимировичем? Народосбережение. Какое народосбережение, если мы объявляем всеобщую мобилизацию? Есть некоторые противоречия между заявленными целями и практической политикой в этом смысле. Поэтому пока они несколько опасаются, значит, всеобщей мобилизации, даже частичной, которая вызвала очень серьезный уровень тревожности населения, сильно адаптивного населения, но, тем не менее, это не означает, что у него нет эмоций и нервов у этого населения. Так что есть вот это ощущение плохого баланса, которое вот выражается в этом термине «война на истощение». По в том числе оценкам тем же самым западным, о которых вы говорите, ну, так сказать, на Харьков едва ли, на взятие, собственно, Харькова едва ли будут силы, или для этого нужно будет положить гигантское число людей и техники, и, так
сказать, один из ведущих, главных в российской истории, вообще говоря, городов, да, или там в имперской истории, один из важнейших советских индустриальных центров, он будет разрушен. Это вообще как? Мы как Советский Союз восстанавливаем или мы его разрушаем опять? Кажется, что разрушаем тем самым. То есть здесь есть масса разнообразных противоречий. Но главное, что ресурсы истощаются с обеих сторон. И они истощаются у Путина тоже. Ему не должно хватить сил не то что на захват Прибалтики, но на дальнейшее продвижение. Это очень затратная вещь. Катастрофически затратно, тем более в 21 веке, когда уже все вроде как хотели бы жить спокойно и нормально. То, что происходит в горячей фазе, оно длится уже больше 2 лет. Это больше половины Великой Отечественной войны, если так сравнивать, да, с чем-то. Но это очень долго. И это будет длиться сколько еще? 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет. Можно с ума сойти просто. Но ведь придумываются разные способы, как эту эрозию, о которой вы говорите, экономическую, залечить. Вот, например, это объявленная налоговая реформа. Вы вообще думаете, что те, у кого будут брать больше денег ввиду этой налоговой реформы на войну, они будут как-то сильно возмущаться? Мне кажется, что для, там, не знаю, большого бизнеса это в том числе будет некой гарантией неприкосновенности. Вы знаете, большому бизнесу тоже нелегко. Господин Белоусов, за ним не числится ведь особых достижений. Его главное достижение – это налог на сверхприбыль, который он сам по своим, так сказать, математическим формулам вывел и обложил крупный бизнес. Думаете, они радуются этому всему? Они откупаются, да, как бизнес очень циничен, но ему нужно выживать. Проще откупиться, чем объяснить, почему не хочется. Налоговая реформа – это контрреформа, на самом деле, потому что налоговая реформа, она, собственно, была достижением экономических властей, плоская шкала, 13%, один из самых низких налогов в Европе, замечательно. Достижение, между прочим, Егора Тимуровича Гайдара, прежде всего. Зарплаты перестали выдавать в конвертах. Зарплаты, да, безусловно, нормализация некая, да, при этом… Это признак того, что денег нет, не хватает. Давайте такую шкалу, сякую шкалу. И главное, чтобы народ еще, так сказать, не обиделся. Народ обидится, но заплатит, на улицу не пойдет. Не такое уж это радикальное повышение налогов, но бремя увеличивается. Другой разговор, да, у нас нет демократии налогоплательщика. Те, кто платит налоги, не спрашивают, куда уходят эти деньги. Уходят они понятно куда. Ну, да, судя по долготерпению нашей нации, и дальше будут терпеть. Но то, что эти деньги заработанные, значит, возвращенные государству в виде налогов, будут использоваться на летающие железки, несущие смерть, а не на товар народного потребления. Значит, ну, потерпят еще какое-то время. А если не будут терпеть, это непредсказуемая вещь. Когда кто-то говорит, ой, сейчас вот начнутся протесты, обычно этого не случается. Но это не означает, что не накапливается какая-то негативная энергия в массы, которая рано или поздно где-нибудь рванет в неожиданном совершенно месте. Либо там этническим протестом, либо экологическим. Башкирия, там, Хабаровск, вот эти вот все примеры показывают, что обычно взрывается в непонятном месте, непонятно почему и в непредсказуемое время. У страны инфраструктура изношена, инженерная, да, то потоп, то прорывы труб, а они занимаются, значит, изготовлением разнообразных изделий, летящих куда-то там на запад и попадающих, значит, высокоточно в разные объекты. Ну, это нормально вообще, так сказать, так развиваться и так в современном мире существовать? Ну, наверное, нет. Когда-нибудь это понимание должно прийти в некоторое количество голов даже у этого населения, которое, в общем, чрезвычайно адаптивно. Так что все сложно, сложные управленческие процессы. Пока власти, по-моему, от этого просто отмахиваются.
и не хотят на это обращать внимание. Мы в состоянии единства, мы в состоянии некоего такого вот победы оборонного сознания. Не время сейчас думать о каких-то там прорванных трубах, когда, можно сказать, враг у ворот. И у нас экзистенциальный конфликт. И что так всю жизнь? Вроде как-то какое-то время жили нормально. Чемпионат мира по футболу был. Вроде врагов и копыт нет у этих самых американцев. Или кто там к нам приезжал, у европейцев. Может, и правда можно было бы с ними как-то сосуществовать. Большая антропологическая ловушка, куда завел страну товарищ Путин. И выходить оттуда он совершенно не собирается, к сожалению. Вот это проблема. А остальное за, так сказать, народ населением. Начнет оно когда-нибудь соображать или нет. А у меня по этому поводу несколько пессимистический прогноз, но мало ли что. Опять же, я говорю, что это зона непредсказуемости, а массовое поведение. Спасибо. Андрей Владимирович, спасибо вам большое. Я бы еще, вот знаете, мы должны заканчивать, я должен вспомнить, а какие были ласковые, так горячо мною любимые, доблестные сотрудники правопорядка в это время. Как же они беседовали с людьми. Чемпионат мира по футболу. Чемпионат мира по футболу. И даже вот правоохранительные органы в это время были нормальными. Они действительно где-то были полицейскими. Не хочется их другими словами называть. Спасибо большое, Андрей Колесников. Спасибо. Политолог, эксперт Карпи центра. Научный сотрудник. Я просто открыла титр Берлинского центра Карнеги. Спасибо.